Привет, меня зовут Ксю, я редактор сайта Дукар, и сегодня я расскажу, как подготовиться к ЦТ бесплатно, без СМС и регистрации. Что делать, если денег на репетиторов нет, а подготовиться к ЦТ на высокий балл очень хочется? Ответ прост – готовиться бесплатно. Благо в интернете есть очень много полезных и бесплатных ресурсов. Расскажем сегодня тебе, как превратить самостоятельную подготовку в 100-бальный результат. Ты спросишь, реально ли вообще это самостоятельно подготовиться к ЦТ без репетитора? Да, конечно, это возможно. Главное не лениться, следовать своему плану и любить предмет, который ты учишь. А теперь подскажем тебе, какие есть бесплатные ресурсы и где их искать. Если ты не хочешь тратить деньги на пособие для подготовки к ЦТ, можешь использовать школьные учебники. Их ты найдешь в своей библиотеке школьной. Попроси у библиотекаря выдать тебе за все годы обучения и бери теорию и практические задания оттуда. Правда, тебе придется немножко поработать над сортировкой этой информации, потому что, конечно же, не все тебе будет нужно. Также ищи необходимую литературу в нашем обсуждении «Круговорот учебников природы» в нашей группе ВК. Там бывшие абитуриенты продают или отдают бесплатно свои учебники. Ссылочку мы, конечно же, оставим в описании. А если тебе сложно самостоятельно начать подготовку, ты можешь обратиться к своему учителю. Не бойся к нему подойти, не стесняйся и спроси, какие учебники тебе нужны, на какие моменты обратить внимание. Также, если есть факультативы в школе, почему бы тебе не записаться? То есть это бесплатные уроки, и ты подтянешь предмет. Мы, конечно же, очень рекомендуем тебе сходить на РТ. Оно, кстати, стоит 7 рублей. Но если у тебя совсем нет возможности, мы предлагаем тебе тренировать навык решения тестов в нашем сервисе ЦТ онлайн. Здесь ты найдешь архив тестов по 9 предметам. Они составлены по аналогии с централизованным тестированием разных лет. После решения задания можно сразу увидеть правильный ответ и развернутое объяснение. Это позволит повторить теорию параллельно с прохождением тестов. Результаты в сервисе считаются по новой системе оценивания, а динамика подготовки видна в личном кабинете абитуриента на сайте Адукар. Большая часть тестов в сервисе бесплатная, так что заходи, решай, наслаждайся. Ссылочка будет в описании. Еще один отличный вариант бесплатно потренироваться решать тесты – это ДРТ. Расшифровывается дистанционное репетиционное тестирование. Это тесты по всем предметам от самого РИКС. То есть это один вариант по всем предметам. Ты можешь заходить, решать бесплатно, тренироваться, заполнять бланк. Кстати, у нас еще есть видео, как правильно заполнять этот бланк. Найдешь его по ссылочке в описании. Ссылку на ДРТ мы также оставим там же. Альтернативу школьным учебникам ты можешь использовать обучающие видео. На YouTube их полным-полно. На канале Адукар тоже очень много полезных видео. Это биология, русский язык, белорусский язык, английский и история Беларуси. Преподаватели четко раскладывают материал по полочкам и объясняют сложные понятия на пальцах. Расскажу этот эмбриональный период на примере ланцетника. Он берется, ну это стандартная схема, по которой можно все понять. Эти видео действительно полезны. Ты можешь в любой момент вернуться к прошлым урокам, что-то законспектировать и улучшить свои знания. Еще один классный вариант подготовки к ЦТ бесплатно – это подписка на паблики по школьным предметам. У Адукара есть множество таких сообществ, где ты можешь решать тесты, смотреть шпаргалки, спросить совета у преподавателя, а также узнать много дополнительной информации по твоему предмету. У нас есть паблики по русскому языку, белорусскому, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси и обществоведению. Подписывайся, узнавай много нового, но сильно не увлекайся, потому что это все-таки дополнительные материалы. Полностью строить подготовку на ВКонтактике не получится. Надеемся, у тебя все получится, и ты достигнешь высокого результата. Если ты вдруг поймешь, что тебе сложно, у тебя что-то не получается, мы всегда рады видеть тебя в нашем образовательном центре. Ссылочку на него мы оставим в описании. Ну, а сейчас всем пока. Ставь лайки, подписывайся и пиши в комментах, И пиши в комментах, какие ты видео хотел бы увидеть в следующий раз. Всем пока!